Всем привет! Хочу рассказать о новинке от BlackHue. Это смартфон BlackHue BL9000 Pro. Это защищенный смартфон с флагманскими характеристиками, то есть цена у него не дешевая, но у него, видим, топовое, достаточно-таки топовое железо. Это Dimensity 8050, 6,8 диагональ дисплея, 120 Гц Full HD+, конфигурация памяти 12512 гигабайт оперативки, 50 мегапикселей селфи-камера и 50 мегапикселей основная камера, 8800 мАч батарейка и поддержка 120 Вт быстрой зарядки. Вот его более подробные характеристики. Операционная система DockOS 4.0 на 14 Android. Вот. Что интересно, это особенности камеры данного смартфона. Тут камера с тепловизором. То есть, да, мы видим, ну, скажем так, больше с, да, измерением температурных объектов. Не знаю, насколько далеко оно работает, но вот видим, что тут есть дополнительный модуль камеры, который вот измеряет тепло на объектах. Вот и показывают, что по сравнению с предыдущими смартфонами, которая была эта технология, тут она улучшилась. Вот от минус 10 до плюс 400 градусов Цельсия у нас рейндж по температуре камеры. Так, давайте посмотрим официальное приветствие. В общем, что в целом, да, можно сказать, это смартфон с хорошими характеристиками, с огромной батареей, отличной быстрой зарядкой. Вот. И главная фишка, да, это тепловизор камеры, который может измерять температуру предметов. Вот. Смотрим дальше. Это распаковка, то, что будет идти в комплектации с устройством. 120 Вт блок для зарядки и шнур. Хорошая комплектация по современным меркам. И результаты теста Antutu Benchmark. Так, 835 000. То есть это не топовый результат, но достаточно приличный результат для смартфона в этой ценовой категории. Вот, в общем, первые покупатели по ссылке в описании, они получат скидку на данный смартфон.
И со стоимостью, наличием данного смартфона вы можете ознакомиться в описании к этому видео. Спасибо!